a season of restoration. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего, и человек сей был отличный воин, но прокаженный. Удивительно, как одно слово может поменять всю картину. COVID, или можете называть его как хотите, многое поменял для множества людей. Сирийцы однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неймановой. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И пошел Нейман, и передал это господину своему, говоря: «Так и так говорит девочка, которая из земли израильской». А в наше время Бог будет использовать девочек, которые будут говорить к царям и способствовать их прорыву в политике против бедности и сексуального насилия, тех гигантов, которые будут побеждены в Южной Африке. И сказал царь сирийский Нейману: «Пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому». И восьмой стих говорит: «Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды своим, то послал сказать царю: „Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет в церковь пробуждения и узнает, что есть пророк в Израиле“». Это моя версия стиха. «И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать: „Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист“. И разгневался Нейман, ему не понравилось решение Бога, ему не понравился Божий план избавления. И пошел и сказал: „Вот, я думал, давайте немного поговорим об этом“». Мы постоянно что-то про себя думаем. Когда я говорю «прорыв», у вас тоже появляются мысли и представления о том, как Бог будет устраивать прорыв в вашей жизни. Сегодня мы поговорим об этом. Когда Бог что-то устраивает, это пойдет по Его плану, а не по вашему. Бог не будет вписываться в ваш план и в ваш график. Это означает, что вам нужно будет смирить себя в 2022 году. Это означает, что вам нужно приблизиться к Богу. Если Бог сильно и обильно благословил вас, и вы больше не приходите в церковь, вспомните, где вы были раньше. «Пойди, омойся 7 раз в Иордане». И разгневался Нейман, и пошел, и сказал: «Вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место, и все мои проблемы исчезнут». Нам всем хочется, чтобы нечто произошло внезапно. Нам всем кажется, что сверхъестественное всегда очень зрелищно. К сожалению, сверхъестественное редко бывает зрелищным. Однако оно всегда требует посвящения процессу. Нейман подумал: «Я приду в церковь, подойду к пророку, он помашет рукой, и все мои проблемы уйдут». А пророк говорит: «Нет, тебе нужно смирить себя, умолиться, спуститься со своего пьедестала, исполниться Духом Святым, прийти в церковь, принять крещение, начать давать десятину, преодолеть свой расизм. Тебе нужно преодолеть свои обиды, гнев и возмущение и окунуться в Слово Божие 7 раз. Число совершенства, пока ваши проблемы не уйдут». Нейман был гневным и гордым человеком. В 12 стихе сказано: «Разве Авана и Фарфар, реки Дамаски, не лучше всех вод израильских? Так почему же мне нужно аплодировать? Скажите, почему нужно это делать?» Потому что не я писал Библию, а там сказано именно так. Почему?
Мне нужно возвышать голос в церкви. Почему я не могу быть сдержанным? Почему мне нужно славить Бога так непривычно? Почему мне нужно исполняться Духом Святым и говорить на языках? Почему я должен читать Библию? Почему я должен исповедовать Слово Божие? Брат, сестра, Бог не поможет вам там, где вам комфортно. Он не поможет там, где у вас все под контролем. Бог поведет вас туда, где мы сможем познать разум Бога. А разум Бога — это не ваш разум. Вы пойдете к прорыву по Божьему, а не по вашему плану. Мне не нравится этот человек. Возможно, именно его будет использовать Бог. Мне не нравятся черные люди. Об этом тоже лучше позабыть. Возможно, Бог устроит ваш прорыв именно с помощью черных людей. Мне не нравятся белые люди. И об этом тоже лучше позабыть. Бог может использовать белого человека, чтобы благословить вас во имя Иисуса. Один из моих пасторов удивительным образом проходил преуспевание. Мы не называем это ретритом. Он, уже будучи региональным пастором, рассказал мне эту историю. Он служит вместе со мной уже больше 20 лет. Он спасся, когда мы проводили кроссейд. В детстве он пережил насилие. Его родители тоже подвергались насилию, и у него была большая неприязнь к белым людям. Однажды он решил стать полицейским, чтобы получить оружие и отомстить обидчикам. Однако в то же время он пришел на собрание и услышал Евангелие Иисуса Христа. Аллилуйя. Бог сказал ему: «Ходи в эту церковь». Этому брату не нравились белые люди, но Бог сказал ему: «Ту же руку, которая угнетала тебя, я использую для твоего освобождения». Так что воздайте Богу славу. Бог использует кого захочет, чтобы устроить ваш прорыв. И подошли рабы его и говорили ему и сказали: «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты, а тем более, когда он сказал тебе только: омойся и будешь чистым, так в чем же была проблема?» В первую очередь в гордости. Я хочу сделать это по-своему. По-своему. Мое мнение важнее, чем то, что сказал Бог. Прорыв от Бога, по моему мнению, должен сопровождаться звуком фанфары, вспышками молний. Он должен быть зрелищным, а мне не обязательно смиряться. Вспомните, каким был Нейман, великим и уважаемым. Он был властным, но прокаженным. Он всегда держал все под контролем и вдруг столкнулся с болезнью. В то время проказа была смертельной болезнью, и от нее многие умирали. Врачи это подтвердят. Мы можем прославить Господа за сотни врачей и медработников в нашей церкви. Люди, которые не верят, что Бог творит чудеса, не очень умные. Бог — ученый, и Он по благодати дает врачам мудрость, иначе у нас бы до сих пор распространялась эта проказа. В те времена проказа была очень серьезной болезнью, одной из самых опасных болезней. С телесной точки зрения, положение Неймана было безнадежным, хотя у него была и власть, и деньги, и слава. Я молился за таких людей. Я молился за бизнесменов. Однажды я молился за миллиардера, которому не могла помочь никакая медицина, никакие деньги. Ему диагностировали очень редкую болезнь, и кто-то посоветовал ему прийти в церковь пробуждения. Он пришел, и после служения я молился за него в своем офисе. Бог мгновенно его исцелил. Бог исцелил его тут же, моментально. Я сказал, что Бог исцелил его мгновенно. Мне вообще не пришлось брать пост. Это было действие Бога. Но миллиардеру пришлось смириться и забыть о том, что он величайший руководитель и президент.
Он пришел в Дом Божий, смирил себя и поклонялся Богу, как и все остальные. Независимо от того, есть у него миллиарды или нет, есть у них дети или нет, мы все призваны поклоняться Царю Царей и Господу Господ. Так что давайте, поднимитесь и воздавайте Богу великую славу. Кто-то приходит и говорит: «Мне не нравится эта хвала». Знаете, не я писал Библию. Вам не нравится Божий путь? Мне не по нраву десятины, не я писал Библию. Мы готовим свой план. Если Бог вот то-то сделает, то я сделаю вот это. А Бог говорит: кем ты себя вообще возомнил? Я не должен тебе что-то доказывать. Я суверенный Бог. Итак, Нейман пошел и окунулся в реку Иордан 7 раз, не единожды. Это не было служением быстрых чудес. Чуда не будет, если вы прибежали и убежали. Вам нужно войти в Божью атмосферу и омыться в Слове. Пока ваш разум не очистится, пока гнев не уйдет из вашего сердца, и там не поселится смирение, пока ваши раны не будут исцелены силой Духа Святого, скажите «Аминь» во имя Иисуса. Итак, Нейман — великий человек, но прокаженный. Его положение безнадежно. В те времена проказа была серьезной и очень заразной болезнью. Прокаженные буквально были изгнанниками. До такой степени, что, приближаясь к здоровому человеку, им нужно было громко кричать: «Нечистый, нечистый идет», как и сегодня. «У вас есть маска?» Я не говорю, что маски вообще не нужны, я просто шучу. Не называйте нечистым то, что Бог очистил. Со временем прокаженные лишались даже частей своего тела. Вероятно, перед колесницей Неймана тоже бежали посыльные и кричали: «Нечистый! Нечистый!» Нейману хотелось, чтобы эта проблема ушла как можно скорее. Во-вторых, его прорыв пришел через того, на кого он меньше всего рассчитывал. Об этом нужно помнить. Порой и мы думаем: «Бог благословит меня через этого человека» или «через этого человека». Скажу так, если Бог будет устраивать в вашей жизни прорыв, Он всегда кого-то использует. Вашего пастора, вашу церковь, лидера вашей домашней группы, девушку, которая с вами работает и просто скажет нужные слова в нужное время. Нейман был уважаемым человеком, и однажды его отряд взял в плен маленькую девочку. Она стала рабыней и служила жене Неймана. Слава Богу за людей в Южной Африке, которые работали в домах, где росли дети, оставаясь смиренными и не переставая молиться за эти семьи. Поблагодарим Бога за это поколение. Когда апартеид пытался загнать их в угол, они оставались людьми, которые держались, любили, молились и учили Божьим путям детей, тех людей, которые их унижали. Аллилуйя! Бог использует того, кого Сам избирает. В случае Неймана это была маленькая девочка, взятая в плен. Она была рабыней. Она была никем, но она обратилась к жене, которой прислушивался сам Нейман. Бог использовал маленькую девочку из другого народа, говорящую на другом языке. Обычно мы размышляем так: «Мне поможет человек, который выглядит как я, говорит как я и думает как я». Бог говорит: «Нет. Я поменяю твою философию. Я поменяю твое мнение. Я все поменяю и использую того человека, который кажется тебе самым неподходящим, чтобы благословить тебя, освободить тебя и повести тебя по пути избавления во имя Иисуса». Нам всем нужно избавиться от расовых предрассудков, потому что иначе вы просто упустите свой прорыв. И я скажу это еще раз. Послушайте меня, Южная Африка. Мы так фокусируемся на конкретных людях и вещах, которые, как кажется,
гарантирует нам будущее, что можем упустить то, что хочет устроить для нас Бог. Скажу еще раз. Скорее всего, в вашем прорыве будет участвовать тот, кого вы меньше всего ожидаете увидеть. Скажите «Аминь». Я говорю по Библии, и вам лучше с ней согласиться. Вы можете упустить свой прорыв из-за расовых предрассудков, из-за нелепых шуток или разговоров о других людях. Вы думаете, что черный человек не может подняться до определенного уровня, или что белые бесполезны, и каждый белый расист? Бог может использовать именно того, кого вы окрестили расистом, чтобы открыть для вас дверь и привести к прорыву. Скажите «Аминь» во имя Иисуса. Бог использует того, кого хочет использовать. Мне так не нравятся эти разговоры о белых и черных. Кто-то говорит, что церковь пробуждения — это церковь черных, потому что в ней много черных людей. Другие говорят, что это церковь белых, потому что я белый. Что бы там ни говорили, пусть Бог благословит вас. Я надеюсь, что вы придете на небеса, где эти глупости уже не будут иметь значения. Многим белым, особенно если они успешны, как и многим черным людям, тем, у кого более темная кожа, часто задают вопрос: «Что ты вообще делаешь в церкви белых африканцев?» А что это имеет значение? Что с того, что это другая культура, брат Джек? Что с того, что там люди с другим цветом кожи? Я держусь Божьей благодати и Божьего призвания. А вот что главное, Бог может вложить свое призвание и дары в любого человека. Ему не нужно ваше одобрение, если вы не можете принять пророка во имя пророка, потому что пророк для вас слишком белый. Вы упустите награду пророка. Вы внимательно слушаете меня? Каких-то людей даже преследуют? Это новая Южная Африка. Как вы можете ходить в церковь, где пастора зовут Адам Йоханнес Яквебус Бошов? Фу, какая гадость! Ведь эти же белые люди тебя и притесняли когда-то в свое время. Может быть, Бог использует этого африканца, рожденного свыше и ставшего новым творением во Христе, чтобы освободить вас и повести вас к великой судьбе и будущему. А это будущее, в свою очередь, приготовил вам Бог. Скажите «Аминь» во имя Иисуса. Давайте приведем дьявола в ярость. Пусть церковь Иисуса радуется и поднимается выше политической и российской риторики, осознавая, что Бог — чудесный Бог. Не вы определяете, кто будет вашим пастором, а Бог. В одной из наших прекрасных певиц тоже была неприязнь к белым людям. Она из племени Куа-Куа. Кто-то пригласил ее, когда она была молодой и беременной девушкой. Она пришла в церковь, и когда ей сказали: «Вот твой пастор», она ответила: «О нет, отойди от меня, сатана. Отойди от меня». Ей сказали: «Можешь не верить, но теперь это твой пастор». Она ответила: «О, нет, нет, ни за что». Я видел, как люди упускают свою судьбу, потому что попадают в ловушку. Это расовые предрассудки. Они не могут смотреть на того, кого хочет использовать Бог. Потому что он черный или цветной, или азиат, или белый. Человек так поглощен политикой, что забыл, Бог использует кого хочет. Это может быть самый младший сотрудник вашей компании, который скажет: «Сэр, вечеринка, которую вы устраиваете, не нужна». Вы и так каждый вечер стали выпивать в своем офисе? Раньше вы были другим, это может вас спасти. В этой пресвитерианской церкви как-то тихо. Порой мы сами придумываем свой прорыв и думаем, каких людей использует для этого сам Бог. Нейман тоже был умным человеком. Он стал мудрее, он прислушался.
Если нет никого, кто мог бы говориться в вашу жизнь, у вас проблемы. Когда вы слушаете только голос своего удобства, у вас проблемы. Когда вы слушаете избирательно, у вас проблемы. Понимаете? Иисус очень любит вас. Он по-настоящему любит вас. 2000 лет назад Он заплатил за вас, чтобы спастись. Нам нужно погрузиться в Его любовь. Если вы смотрите нас сейчас в любой точке мира, почему бы вам не отдать свою жизнь Иисусу? Положить руку на свое сердце. Что бы вы ни совершили, ваш грех, ваша проказа не сможет отделить вас от Бога. Бог любит вас. Просто скажите: «Иисус, я отдаю Тебе свое сердце, я подчиняю Тебе свою жизнь, будь моим Господом и Спасителем, во имя Иисуса. Аминь. Воздайте Богу славу».